В смысле, в той машине? Я сюда сяду. Нет, вы... Нет, а да. Все, поехали. Как это нет-то? Поехали. Вы кто? Поехал. Тихо. Встань. Тихо, на встречу, нормально? С мячками можно. Сам водится. Что случилось? Ну что? А свидетельство будем проводить? А свидетельство будем проводить? А свидетельство не будем проводить? Понятно. Давай. Что? Удостоверение можно разорвать? Удостоверение вот можно. Хромче. Деревенских Михаил Григорьевич. 17 января 25 года. Видел. Коробкин Алексей Андреевич. 23 июня 26 года. Что случилось? Что случилось? Все, увидел, видишь? Реакция. Тишина. Основание. Основание. Видишь? Чего? Я не слышу, скажи. Я не слышу. Громче. Ну, а свидетельство будем проводить? Да, да, да. Вы обещаете? Обещаете? Конечно. Отстранить. Не, подожди, подожди. Отстранение управления. Отстранение будет отправление? Ну, конечно. Отстранение. Все как положено. Все хорошо. Вы обещаете? Сейчас, давай. Сейчас. Какие документы нужны? Какие документы нужны? Здесь та регистрация. Средство регистрации. Водительское. Страховой полис. Сюда. Нет, сюда, сюда. Составляйте. Составляйте и сюда принесете, я продышу. Не камеру видно. Да, приборчик, сейчас двигайся сюда. Подожди, подожди, подожди. Выпечатано все равно? Да. Прицом там не воткнули, ничего. Нормально. Знаете, всегда продолжительно выдать до щелчка. Готов, да? Да, продолжай. На свидетельство не поехали? Согласны? На свидетельство поедем. Поехали на наркологию, может, прокатимся. Поедем на наркологию, да? Да. Ну... Пили, пили, не пойму, что-то и по нулям. Подождите, вы еще часик постоим. Вас не заставлял никто понятым быть. День там, голубчики маленькие. А, их не видно было. Пойдемте. А тут недалеко как раз медучреждение, сейчас проедем. Влад, что не пойму, выпили бутылку водки буквально 2 часа назад. По нулям. Ты как этот, конь прям, блин. Я бы свалился бы бутылки водки выпить. Не, нужно тебя наказать в любом случае по нулям, я не согласен, что ты. То есть здесь результат, согласны? Нет, не согласен. Нет. Вот так, ребят, едем сейчас на медицинское освидетельствование. Влад у нас выпил бутылку водки буквально 2 часа назад, смотрите, и по нулям. Я считаю, нужно наказать таких. Да? Правильно же, Влад? Выпил же, честно скажи. Да. А почему по нулям показал? Прибор. Поедем. Будем сейчас правду добиваться. Все, ожидаем. Вы там в той машине. В смысле, в той машине?
Я сюда сяду. Нет, нет, вы... Не-нет, а да. Все, поехали. Как это нет-то? Поехали. Вы кто? Я свидетель. Понятой, представитель. Устно доверенный, согласно 152 кодекса Российской Федерации, пункту 73. Ты правильно? Устно доверяешь то, что я твой доверитель? Все, поехали. Что не надо? И вместе с телефоном уходить. Как это не надо? Что боитесь? Очень просто. Ну что боитесь? А вы что здесь делаете? В смысле, я законопредставитель, его согласно 157 кодексу гражданского, 53 пункту, я имею полное право. Почему не имею находиться? Это что, режимный объект какой-то или что? Если они будут спорить. Да не надо самому спорить, вы делаете свои дела и все. Нет, а вы выходите. Я не буду выходить никуда. Я нахожусь здесь, на правах гражданина Российской Федерации. Я законопорядочный гражданин, я полное право имею освидетельствовать, наблюдать за это, как гражданин. Он не против, ты не против уже? Все, он не против. Фиксировать на видеосъемку даже если захочу, но я пока не фиксирую. Имеете право фиксировать? Ну, суд подадите. 152 кодекс гражданский, имеете право, суд, закон честь достоинства или закон о правах изображения ваше. Делать свое дело, я вам не мешаю. Как приходится? Я? Брат его родной. Вы чем работаете? Я? Я вообще не работаю. Я не улыбаюсь, это вы. Делайте дело свое, я же вам не мешаю. Я же вам не мешаю. Да и ладно, если я буду ухмыляться, как вы говорите, я по-другому ухмыляю. Да не провоцируй, вообще молчу. Что вы потом будете это все? Вообще молчу. Будете выкладывать? Выкладывать? Если какой цвет, да. Выкладывать? Нет, ну если будет неправомерное действие, буду выкладывать, конечно. Что? Зачем вы снимаете? Снимают девочек, а я фиксирую на видеосъемку. Зачем? Вы зачем мне вопрос задаете? Я вам не мешаю, пожалуйста, делайте свое дело, пожалуйста, доктор. У нас так не принято. А вот нужно уже привыкать, сегодня 21 век уже. Надо уже. У вас вон камера, пожалуйста. Вы все агрессивно ведете, начальник. Я агрессивно веду? Ни капельки. Пассивно-агрессивно. Вот это поворот! Пассивно-агрессивно? Угу. Первый раз такие слова слышу. Я не доктор, я не знаю, врач. Доктор, давайте делать свое дело, я не хочу просто влезть. Нет, просто делайте все, я не провоцирую, ничего просто сижу и не буду. Обратите внимание, муштук сама открыл. Видите, муштук сама открыл. Все, вижу, давай, не отвлекайся. Фиксировался. Все, спокойной ночи, доктора, до свидания. Надеемся, увидимся еще раз. Счастливого пути, инспектор пожелать, да? А? Да, конечно. Что, конечно? Ну, что? Я сказал, что это конечно. Пускай до свидания, шли Путин пожелать. До свидания. Так вот, значит, не будем требовать ничего с инспектора. Вот как-то так. Ну, вот такие вот дела, видите, инспектор. Даже у него совести не хватает, что просто... сказать, типа, да, извини, что мы время потревожили, там остановили нас и так далее. Счастливого пути пожелать. Ну, до свидания, все. Ладно, ребят, мы погнали дальше. Всем пока, подписывайтесь на канал.